Всем привет! Приветствуйте сквот в европейском офисе Dakine. Мы зайдем и посмотрим новинки сезона зима 2021. Офис меньше по сравнению с пикчером, но уютный и приятный. Так, сразу что нас тут на входе встречает? На входе нас встречает жесткие чемоданы. Это новинка текущего сезона, но в следующем году будет такая зеленая камуфляжная расцветка. Едем на войну. И, кстати, Dakine в сезоне 2021 будет представлять практически всю свою коллекцию, сделанную из полиэстера, из переработанного пластика. То есть практически все бренды стремятся к тому, чтобы использовать более экологичные материалы и быть в современном тренде борьбы с изменением климата. Это мужские варежки, мужские. Коллекция на самом деле мало изменилась, потому что все-таки это аксессуарный бренд, и им не нужно постоянно менять свои модели, но, конечно же, цвета изменились практически процентов на 90. Давайте просто походим, посмотрим, что из новых цветов присутствует в коллекции. Вот одна из новинок, точнее чехол, это не новый, а вот именно материал, из которого он сделан, это полиэстер с полиуретановым покрытием. Такой, ну, видите, блестящий и скользкий, с водостойкими, с влагостойкими молниями. То есть чехол будет более влагостойкий, хотя, честно говоря, вот эти чехлы тоже не промокают. Но это более надежный. То есть влага даже сверху не намочит ткань. Даже верхняя ткань чехла не будет мокрой. И такие же сумки и какие-то варианты других дорожных сумок тоже будут представлены с такой тканью. К сожалению, она стоит дороже, чем обычная. В коллекцию вернулись после долгого отсутствия большие косметички, большие и удобные. 2 или 3 года их не производили, поменяли на более маленькие и дешевые варианты, но, как по мне, так они были не очень удобные. По сравнению, например, вот с этой, сюда ее хорошо можно подвесить на любой крючок. Здесь много карманов, большой объем, влезет очень много всякой косметики, всяких необходимых вещей. Это аналогичный мужской вариант. Немножко поменьше. Но все так же много карманов и удобно разместить где-нибудь в отеле, на стенке повесить или в поезде на крючок. Расскажу про сумку сплит-роллер. Это один из самых популярных чемоданов. Сплит-роллер бывает двух вариантов, 85 и 100 литров.
начиная с этого сезона уже данная модель перекачала, начиная с этого сезона данная модель перешла в раздел более дорогих сумок с более дорогой фурнитурой. По конструкции все примерно так же, но есть какие-то отличающие мелочи, например, жесткая часть сумки, более дорогая фурнитура ручки, то есть она меньше люфта внутри. Сейчас посмотрим, какие отличия есть. Внутри эластичный материал, чтобы было проще застегивать молнию, когда чемодан набит вещами и трудно закрывать. Такая эластичная стенка из неопрена облегчит значительно застегивание молнии. Ну, опять же, это новый материал с полиуретановым покрытием. Сумка будет значительно больше влагостойкая, чем обычный полиэстер. Вот эту фишку, не знаю, мало кто, может быть, понимает, как оно работает. На чехле есть, на чехлах с колесами есть такая ручка. Она обматывается вокруг, обматывается вокруг ручки сумки на колесах, и можно одной рукой перемещаться по аэропорту с двумя большими и тяжелыми сумками. По личному опыту скажу, что это очень удобно, но требует значительно большего радиуса поворота. То есть, чтобы вписаться в дверь, нужно очень аккуратно рассчитать свои движения. А вообще удобно, а в этой руке несешь что-нибудь. Какие-то есть новинки в аксессуарах, например, вот такая вот щетка для обработки скользящей поверхности. Премиальная щетка. Отполируешь лыжи или сноуборд, и будешь гонять как чемпион. Какой-то тоже новый наборчик аксессуаров. Давайте посмотрим, что в нем. Race Run Vox. Видимо, какой-то очень серьезный ускоритель. Новая упаковка парафинов включает в себя по одному куску каждого температурного режима, на теплую погоду, средняя температура и на холодную погоду. То есть до этого все время были предложены отдельно на каждую погоду, а теперь вы можете купить 3 кусочка на разные погодные условия. На картинке изображен, как называется этот вид спорта, слалом какой-то на сноуборде, не помню, как называется, но очень популярная штука сейчас. Банкет слалом, то есть это для обычных сноубордистов, не для жестких, которые катаются по трассе специально подготовленной на скорость, конечно же. Вот такая вот еще новиночка. Это сушилка для ботинок. То есть ее просто вставляешь во влажный ботинок внутрь. И внутри находится, судя по всему, силикогель, который впитывает влагу. Силикогель – это такие гранулы, которые вы можете найти в маленьких пакетиках беленьких практически в любом товаре, который приходит в упаковке, не знаю, в индивидуальный, в пластиковый. То есть такие пакетики лежат в куртках, в штанах, в варежках. Вы когда достаете новые, то обязательно найдете такой пакетик внутри.
они впитывают влагу и, соответственно, вещь не отсыревает при транспортировке в каких-то там разных температурных режимах. Одежда Дакань для катания, на самом деле, она супер технологичная. Используются гортексовские мембраны самого верхнего уровня. Супер технологичная одежда. Цветовые решения больше, наверное, американского стиля, на американский рынок. Хотя есть и красненькие, довольно яркие, то, что мы любим. Это какая-то новая еще штука, которую я еще никогда не видел в коллекции у Дакайна. Это новиночка. Это как целый капюшон для куртки, балаклавой назвать. Ну, то есть, фактически, конечно, это балаклава, но по конструкции это выглядит как оторванный от куртки капюшон. То есть, куча всяких утяжек, затяжек для регулировки объема и размера отверстия. Утепленное флисом изнутри, очень мягкое. Не продувается. Скорее всего, здесь даже какая-то мембрана присутствует. Чтобы дышать, есть отверстие. Ну вот прям 2 секунды, и уже жарко в ней. Сибиряки! Это то, что нужно вам в минус 35. По-моему, что-то было еще из таких вещей. Да, вот оно. Это тоже из такого же материала, но это neck tube, то есть шарф, или как у нас его называют, снуд, тоже с регулировочкой сзади, чтобы затянуть по нужный объем на шее или чтобы удавиться. Вот как раз POP. Написано, что вещи подходят для любой погоды с покрытием из полиуретана. Это, кстати, по-моему, тоже новый рюкзак. Но это для лыжников, которые занимаются серьезно лыжным спортом. Сюда можно положить внутрь ботинки, шлем, какую-то одежду, защиту. И тащить на себе высоко в горы, на трассу для гонок. Я думаю, в Европе вы не раз таких встречали детей, и не только детей, и взрослых, с огромными рюкзаками, идущими на лифт. Если вы весь день проводите в парке, вы также можете взять такой рюкзак, положить сюда просто все, что вам нужно, и даже, возможно, палатку со спальником, и весь день провести на горе, в парке с этим рюкзаком. Скорее всего, сюда влезет еще и какая-то видео- и фототехника, которая будет защищена непромокаемой тряпочкой. Сноубордические трусы. Сноубордическое платье. На самом деле, это, конечно, часть серфовой коллекции, потому что у нас не на всей территории нашего земного шара валит снег. А вот здесь мы видим новую коллекцию городских сумочек, скажем, Urban Style, тоже с полиуретановым покрытием, чтобы как можно меньше промокало. Это на самом деле рюкзак с карманом для ноутбука или для планшета, с флисом внутри, чтобы все было мягенько и не царапалось.
Можно носить как сумку, можно носить как рюкзак. Современные городского стиля рабочая сумка. Еще один вариант, сугубо женский, конечно, тоже с полиуретановым покрытием. Сверху есть чехольчик, который затягивается шнурком, чтобы туда не попадал дождь. Хотя, конечно, она не на 100% влагостойкая, но от дождя, от мелкого снега защитит. Все-таки это городская вещь, рассчитанная на то, что люди в плохую погоду сидят дома или в офисах, или в ресторанах. Маленькие кошелечки, точнее косметички или пеналы, как можно назвать такое. Новая вещь в следующем сезоне — поясная сумка. Она ничего не весит, очень легкая. То есть, в принципе, если в ней ничего нет, ее можно просто куда-то спрятать. А так она действительно очень легенькая, и летом, например, на поясе вы практически не будете чувствовать, если не положите туда кусок золота. Это тоже один из обновленных городских рюкзаков. У нее есть сзади такая лямка для того, чтобы можно было надеть на ручку сумки. И опять же удобно передвигаться по аэропорту боковым входом в отдел для компьютера. Такой современный городской дизайн. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Да ты меньше, чем рюкзаки Дакань. Ну чего я больше? Ну, если ноги подожмешь, будешь меньше. Да не буду я меньше, я больше буду. Так, это новинка рюкзаков. Точнее, новинка, новый материал. Очень интересный. Какой-то армированный полиэстер, модель, в общем-то, уже известная, конкурс, но выполнена из нового материала, особо прочный и очень легкий, надо сказать. Из такого же материала сделана еще одна модель рюкзачка, тоже такой современный урбан стайл рюкзак с доступом сверху. Это амфетамин, друзья, амфетамин. Сегодня яблочный. Юра, дети смотрят. Запикаешь. Сегодня яблочный. А может, мятный, я не пробовал. Там очень супер легкий рюкзак. Такого же материала. Чехол для ноутбука весит, я думаю, что чехол для ноутбука весит, я думаю, что столько же, сколько рюкзак. Просто потому, что он, видимо, каким-то уплотнителем внутри. Да, для защиты компьютера. По весу, как рюкзак. Сумка из такого же материала, тоже очень легкая.
Ну мы снимаем, не мешай нам. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, кстати, такой же материал присутствует и в уже давно нам известном и любимой модели, как Campus. Тоже гораздо легче весит, чем из обычного полиэстера. Кстати, могу рассказать о такой сумке. Это обычный shoulder bag, который в общем-то хорошо использовать в городе для каких-то маленьких вещей, документов, телефонов. Но путем несложных манипуляций его можно превратить в лесную сумку. Расстегивается таким маленьким крючком. Это очень многофункциональная штука. Это рюкзак Heli Pro, Heli Pack, выпущенный в 96-м году. Конечно, не конкретно этот новый, но это копия той самой модели, выпущенной в 96-м году. С таким же логотипом, как был, и, собственно, такой же конструкцией, но только из новых материалов. Кстати, еще одна пилпишечка, показывающая, как изменялись рюкзаки Heli серии с 96 года по 2018. Я думаю, что, наверное, первая официальная поставка Дакайна в Россию была как раз где-то вот, наверное, вот здесь, 98-й, 99-й год, может быть, где-то вот, ну, между 98-м и 2000-м была первая официальная поставка Дакайна в России. По-моему, очередная промодель райдера Дакайн, да. Дакайн работает с Mammut Airbag Technology, но у них есть одно отличие. Если даже сам Mammut использует в своих рюкзаках молнию, то есть вот этот отдел, откуда выпрыгивает надувающаяся подушка, использует молнию, то Dakine делает вот такую вот закручивающуюся крышку. Объясняю это очень простой вещью, что молния в каких-то моментах может просто не застегнуться, сломаться, разойтись. И тогда этот рюкзак, ну, будет практически невозможно использовать. В данной ситуации слабое место отсутствует, и надувающейся подушки давление изнутри вполне хватает, чтобы вывернуть. Вот я даже руками не могу, а подушка спокойно выворачивает ее наружу без всяких проблем. Ну, в общем, хорошо, что приехали в офис Дакайна. Я вот лично совершенно не пожалел об этом. Мне очень-очень понравилось. Всем привет, до свидания. Приходите в сквот.